Сегодня мы поднимемся к Иоловой арфе. Это самая известная пещера на Алчаке. Про нее написано много, сказано много и снято тоже очень много. Но она стоит того, чтобы к ней подняться. Эол, бог ветров, создал причудливый грот, из которого открывается прекрасный вид на море, на Судак. Речку переходим, Соукчу, которая была очень полноводна неделю назад. Ссылку на это я оставлю под видео. Вот здесь у нас экологическая тропа начинается. Экологическая тропа у меня в 8 частях на канале. Указатель есть. Можно подняться сразу к Иоловой арфе. А можно еще немножко поползать вокруг, посмотреть одну пещеру, вторую, третью. Их тут много. Осмотреть все камешки. Они того стоят. Тем более, что очень даже несложно подняться. Только нужно иметь соответствующую, хорошую, спортивную обувь. Вот такая обувь не подходит. Видимо, кто-то ее и потерял летом. Обойдя соседние пещеры, поднимаемся к Иоловой арфе. Ветер поднялся. Ну, надписи, это надписи самое мелкое. Тут еще куча стекол от бутылок и другого мусора. Ветерочек бодренький. Вот, восторг выразил человек.